Мне приснилось небо Лондона. Есть только одно отличие между 5-й авеню в Нью-Йорке и улицей Пикадилли в Лондоне. Это отличие в том, что когда ты идешь, сними, пожалуйста, вниз, то нужно смотреть в разные стороны, потому что здесь движение левостороннее и непонятно, куда смотреть, переходя дорогу. Вот такова улица Пикадилли. Если вы хотите поехать в Нью-Йорк, не езжайте, приезжайте в Лондон. Это то же самое, очень похоже. Вот такие старые, грязные, вонючие телефонные будки стоят в Лондоне. Автобусные остановки в Лондоне направлены стеклом к дороге, чтобы не дуло, чтобы не брызгало с дороги. И вот такие двухэтажные автобусы классические лондонские можно наблюдать по улицам. Их сон. Это Green Park London. И здесь есть небольшой бизнес. В парке, если ты хочешь отдохнуть, ты можешь лечь прямо на траву, а можно взять в аренду вот такой вот полушезлонг, полустул и расслабиться здесь за несколько фунтов всего. Вот такой бизнес. Regent's Park. Самый красивый парк в Лондоне. За этой красивой стеной на Leicester Square скрывается не что иное, как просто старый фонтан, который на реконструкции. Эти зеркала скрывают его от вида людей. Сегодня в Лондоне отмечают день рождения. Как бы вы думали, кого? Отмечают день рождения Будды на Leicester Square в Лондоне. Как видим, Чайнатаун есть не только в Нью-Йорке, не только в Сан-Франциско, не только в Москве, Китай-город, но и в Лондоне Чайнатаун тоже есть. Как всегда, нас встречают ворота в китайском стиле на входе в Чайнатаун. В этом доме номер 18 по улице Free Street жил сам Моцарт, а теперь здесь находится караоке-бар. Очень символично. Доктор Ватсон, здесь живет мистер Холмс. Здесь эталон времени, эталон измерений. Видим, что 1 фут, 2 фута, британский ярд. Чуть далее мы видим границу. Видим символ, который разграничивает две части, восточную и западную. Проходит, разделяет целиком на две половины. Дальше у нас обсерватория королевская, постамент и прекраснейший, великолепный вид. Кстати, здесь мы видим продолжение разделения. Разделение на восточную и западную части. И чуть спустимся вниз. Прекрасный вид на музей, на Лондон. Вон там находится лондонский сити. Это Гринвич парк, Лондон, 8 мая 2013 года. Темза и пешеходный тоннель под Темзой. Давайте посмотрим, что он из себя представляет внутри. Есть лифт, есть лестница. Вот такой страшный спуск вниз ведет нас под Темзу. Вот продолжение нашего пути по туннелю под Темзой. Грязно, пахнет, сыро. Туннель под Темзой сузился до небольшого отверстия, которое мы прошли. И вот он лифт, который повезет нас на самый верх над Темзу. Район Челси. Буквально полблока от нашего отеля, где мы остановились. Один из самых дорогих районов, как оказалось. Можно судить по достатку владельцев домов здесь, по цене их машин.